А что, ты будешь на канатную, да? Да, я хочу на канатную дорогу подняться. Понятно. Знаешь, как красиво там свысока посмотреть город. Да, природа здесь совсем другая, на юге Крыма. Пальмы, кипарисы. Смотрите, какая красота. И тепло. Сейчас найдем еще. Да, да чё. Так, вот мы поднялись на второй этаж в столовую. Сейчас посмотрим, что тут есть вкусненького. И какие у нас тут цены. Руки можно помыть. Так, тут какое-то... Ох ты, какое помещение, еще одно. Так. А, тут можно вот как посидеть, покушать. Вот с таким видом. Ты что будешь кушать? Спасибо. Хлеб сначала справа. Вот Тор любит. И дальше вот цитрамовые салаты, любые, их много. Фуршетный стол. Блин, я хотела же поснимать сразу. Побросай мне, пожалуйста, Ир. Вилочку и ложку, да, и может первая. Что это за кусок? Кусочек хлеба. Такой хочу темненький. Или... А, вот, да. Груз мне там. Темный. Да, Илья, темный. Так, сладости не хочу, а цен никаких тут нет, не увидишь, только вот выбор, выбор просто. А вот есть, что тут у нас. Так, тут можно еще вот второе. Какая столовая. Так, салатики какие-то. Каждое блюдо в одну в отдельную тарелку. В отдельную, а не вместе? Конечно. Отдельную тарелку. Сколько он сказал, стоит отдельно? По 100 грамм? Или как? Какая, как цена тут определяется? 77 за 100 грамм? 100 грамм. Салаты можно 2-3 любые в одну тарелку. Вместо 1 будет умножать на 77. Понятно. В одну тарелку можно. Я вот беру себе салатики. 77 рублей 100 грамм. Мне, наверное, хватит. Так, три салатика, да? Можно еще этого греческого. Там что, баклажанчики? Селедка под шубой есть. Сейчас пройдем, посмотрим с этой стороны. Краснокочанный. Капуста, баклажаны. Ну все, с этим я разобралась. Теперь что я хочу? Первое, я хочу супчик какой-нибудь, может, взять. А вот у нас супы.
Так, солянка. А вот это что такое? Сухарики? А, нет. Снег. 300 грамм 90 рублей. Я вот чечевичник им рекомендую. Да, обычный. Надо попробовать. А как они взвешивают потом, да? Нет. Нет? Вот, или как? Берешь тарелочку и наливаешь, да? Вот это вот... Большая? Большая. А есть поменьше, 450, да? 350. А есть поменьше. А поменьше они? Их нету. Не такая? Нет, вот такие вот. А, вот это, да? А, вот маленькая. Это, маленькая. Да, вот маленькая. Маленькие супы по 350 грамм. Нижняя цена и верхние супы. Вот такая уютная столовая. Вот я тебе взяла супчик овощной и три салатика. Мы сейчас посмотрим, насколько вытянет, значит, за 100 грамм 77 рублей. Ну, тут еще соусы. Что? Панорамный вид там, да. Там за столами как стандартно. Понятно. Хорошо, спасибо. Можете дать 480 рублей.